Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня буду делать освещение на тему, что он вчера хотел сказать, но передумал. Что вам сегодня нужно знать? Подумайте о мужчине. Пока вы настраиваетесь, я буду заряжать колоды вашими энергиями. Называйте имя мужчины, представьте его рядышком, перед собой, здесь и сейчас. Я же в это время с удовольствием приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку добавлю здесь, где свечечка. Кто не успел пальчиком нажать, не волнуйтесь, в первом закрепленном комментарии будут ссылки на все мои каналы. За личными освещениями пишите мне в личку в Инстаграме и Фейсбук. Также на телеграм-канале вы можете ознакомиться своими авторскими моими практиками. Формула рун. Благодаря руническим формулам вы можете поправить свое здоровье. Сбросить лишний вес, наладить отношения с любым человеком в семье, наладить финансовые потоки. Это все реально. Формулы сильнейшие, формулы рабочие. Также я делаю освещение как на ютубе, очищение пары от негатива, от препятствий, от ограничений. Квантовое таро, разговор ваших душ через космос на снятие блоков, ограничений, узнать, что на самом деле происходит у мужчины, да, и разобраться в истинной причине его поведения. Буду рада вас видеть. Подписывайтесь. Там ежедневно послание от мужчины, совет от Вселенной. Очень много важной и нужной информации. Ну что же, настроились? Имя мужчины, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Посмотрим, в каких энергиях сегодня мужчина пребывает. Работаю сегодня с шикарными колодами, которые я приобрела благодаря вашей финансовой поддержке. Искренне благодарю каждую и каждого, кто меня поддерживает, кто помогает мне. Как это сделать? В первом закрепленном комментарии ссылочка. Вы знаете, что Вселенная вам вернет в 1000 раз больше. В каких энергиях мужчина сейчас находится? В каких энергиях ты сейчас находишься? Так, и еще хочу на этой колоде. В каких энергиях ты находишься? Прям полностью мы разберем, да, конкретно. В каких энергиях ты находишься? Так, давайте смотреть. Угу. Ух ты, император пришел, красавчик. Мужчина такой, знаете, несмотря на то, сколько ему лет, вот вы знаете, да, сколько лет вашему, вот он взрослее своего возраста. Он сейчас принимает очень важное решение, рассматривая этот процесс, да, либо же переезда, либо же встречи со своим. Ну, здесь идет брат у многих. Кто-то из родственников здесь мужчина продумывает, либо же планирует дорогу на встречу с родственниками. То есть здесь идет соединение именно по семейной линии. Если вы знаете, что у него нет никакого брата, то здесь очень близкие отношения, возможно, с другом. Также здесь просматривается. Мужчина очень, знаете, такой глубокий. Мужчина, который не будет показывать, что есть в его сердце, на душе, как бы в прямом эфире, да, здесь и сейчас, он будет все держать в себе. Ну, конечно же, император, он каким? Он другими не может быть. Очень интересно, его, знаете, как вот хочется узнавать больше, больше и больше. Кто-то считает действительно этого мужчину подарком судьбы. Также здесь просматривается, что мужчина какую-то покупку либо же планирует, либо же вот сделал, и для него это как вау. Шикарное достижение, либо же здесь мужчины точно есть в жизни, знаете, как чем гордиться. И он считает, что ну, это как бы такой определенный подарок, который он сделал сам себе. Поэтому здесь либо же покупка чего-то, именно что можно потрогать, да, дотронуться. Мужчина также любит активный отдых. Здесь просматривается и серфинг. И здесь просматривается как длительные прогулки, либо же передвижение. Мужчина любит именно, да, спорт. Мужчина, который вот активен. Не обязательно, что он будет там в джим ходить, да.
Не обязательно, но он вообще вот по жизни постоянно движется. Вот ему важно, чтобы были в жизни изменения. Вот он не из тех, который будет сидеть на месте, да, на одном месте ровно, и жизнь будет как бы утекать непонятно куда. Нет, здесь не такой мужчина. Здесь мужчина просто достигатор. Здесь мужчина, который всегда добивается своих целей. Ну, естественно, в энергиях императора по-другому не может быть, да, девчоночки. Ну что ж, давайте посмотрим, что ты хотел вчера сказать. Интересная тема. Напишите мне в комментариях. Мне очень важна на самом деле обратная связь с вами. Всегда читаю все комментарии. Физически не могу миллионам ответить, но знаете что? Все вижу. И мне важно видеть и слышать от вас, что отозвалось, что интересного, что действительно срезонировало. И этим вы даете, да, моим зрителям моего канала. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь. Действительно убедиться, что все мои слова — это истина. Что ты вчера хотел сказать, но не сделал? Вау. А он хотел сказать, что вы для него подарок. Подарок Вселенной. Он говорит, что судьба мне подарила тебя. Вот знаете, честно, вот особо он как бы ничего не делал, да, чтобы вас как-то завоевать, чтобы заполучить. Нет, здесь вот Вселенная просто на ручках принесла, говорю, бери, вот, вот тебе уникальная, другая, да, вот с крылышками, девчоночки, вот просто ангел тебе спустился. До вас у мужчины были трое, да, трое женщин. Ну, здесь идет информация о серьезных отношениях, именно три женщины, с которыми у него были серьезные отношения, девчоночки. Возможно, это и первая любовь. Возможно, это именно, знаете, то, что действительно глубоко затронуло его душу. Но вы, конечно, ну, не сравнить никого с вами, потому что вы просто, знаете, вот подарок с небес. Хочу, чтобы вы карту, да, поближе видели. Вам, надеюсь, не отсвечивает. Карта очень красивая. Вот вы подарок с небес. Просто вот, понимаете? Он хотел вам это сказать, но передумал. Давайте еще посмотрим, что еще ты хотел сказать вчера, но передумал. Так, действительно хотел сказать. Вот такое чувство, знаете, что себя сдерживал даже, чтобы это не сделать. Да что ж ты такое хотел там сказать? А вы знаете, что здесь мужчина чувствует себя, вот хоть, хотя да, он выходил в энергиях императора, а с вами он чувствует себя мальчишкой неполноценным. И он, знаете, как вот не знает, как развивать ваши отношения. Представляете, девчоночки? Но также он хотел сказать вам о том, что я хочу, да, начать заново с тобой будто бы отношения, либо же здесь новые отношения, либо же возобновить отношения. А что эта карта? А, надоело ему быть, знаете, как в отшельниках. Здесь мужчина длительный период времени, да, до встречи с вами не был ни с кем. То есть здесь у него не было отношений долгий период времени. И здесь он хочет сказать о начале, да, то есть с вами он рассматривает возобновление, либо же, если кто смотрит, да, на партнера, которого вы недавно знаете, на начало новых отношений. Каких ты хочешь отношений? Давайте сразу у него спрашивать. Интересный вопрос, девчоночки, как вы считаете? Каких ты хочешь отношений? Ух ты! Сразу королева пентаклевая. Девочки! А он хочет, чтобы вы были его женой. А здесь по-другому я никак не скажу. Никак. Здесь мужчина влюбился в вас. И для него вот это прям, знаете, такая вот шикарнейшая мечта. Просто супер исполнение желания. Потому как туз пентаклевый — это вообще самая шикарная карта. И раньше на ней вообще заканчивали расклады, потому что ну лучше быть не может. И именно он говорит, что лучшей жены в твоем лице быть не может в моей жизни. Но здесь он боится это сказать просто. Но прописывает, слушайте, девчоночки, вот либо же он записывает, прям что-то дневника ведет, либо же здесь в голове, да, в мыслях он строит эту реальность. Она у него есть, то есть это есть в его планах. Здесь мужчина влюблен в вас, как минимум. Ну хорошо, показывая свои настоящие чувства тогда, раз мы уже зашли, да, к этому вопросу подошли. Настоящие твои чувства ко мне, прям так и обращайтесь к нему. Ну понятно, девочки, по жезловым энергиям только на вас тут жезл реагирует так, что выше крыши. Чувства.
А, здесь мужчина никого не хочет и не желает. Кстати, девчоночки, если у вас параллельно, да, вы задаете вопросы, я знаю, да, всегда говорю о том, что вы можете параллельно задавать вопросы, даже которые не относятся к теме моего освещения. Если вы спрашиваете, есть ли у него какая-то, да, физическая связь с кем-то, здесь нет. Здесь только вас он хочет, только вас желает. Так, чувство покажи. Да, девчоночки, ну, видно, вам нужно еще раз было это подтвердить, потому как он говорит, ты меня зажигаешь. Вообще, королева жезлов, это такая красотка, знаете, с волшебной палочкой в руках. Он видит у вас такую колдунью, фею, волшебницу, верховную жрицу, загадочную, иную, не такую, как были у него раньше женщины. То есть у вас есть сила, вы интересуетесь эзотерикой, да, даже то, что вы просматриваете мои освещения, это уже вас изначально характеризует такой, и он это чувствует, либо же он это знает. Чувство покажи. Вау. Девятка пентаклей, карта исполнения желания. Девчоночки, здесь не просто чувство, он говорит, да ты вообще исполнение моего желания. То есть у вас есть все. Вы очень такая вот плодовитая, плодородная, очень, знаете, много знаете, много умеете. Возможно, вы, кстати, и финансово стоите, либо же на уровень выше мужчины, да, либо же вы по возрасту можете быть его старше. То есть у вас уже вот созревшие, да, плоды. То есть вы уже добились определенных жизненных успехов. Здесь, возможно, мужчина знает, да, об этом. И однозначно он видит вас такую, знаете, хочу правильное слово подобрать, перспективную, надежную, та, которая уже имеет определенный, да, жизненный багаж, и как бы с ним она идет по жизни, и это как бы хорошо, то есть у вас есть уже определенные, да, вещи, да, ситуации, которые вы уже прошли, знаете, как с ними справиться, и знаете, как выйти, как бы, знаете, победительницей. Что еще? Да, здесь мужчина, конечно, финансово не так обеспечен, как вы. Либо же здесь пентакли идет и духовное наполнение, девчоночки. Здесь не в деньгах дело. На самом деле далеко не в деньгах дело. И все эти отлетевшие астротерички, которые рассказывают, что деньги это самое главное в жизни, девчоночки, поверьте мне, самое главное это духовное состояние человека. Деньги всегда придут. Деньги это, как бы, знаете, самый такой вот пласт, да, самый как бы низкий такой, можно сказать, уровень. Если вы будете развиты духовно, то и деньги, и все придет к вам, потому что вы будете знать, как создавать свою реальность. Смотрите, девчоночки, карты просто подтверждают вам в прямом эфире. А как это сделать? На моем телеграм-канале я постоянно об этом говорю, рассказываю, направляю вас, понимаете как? И со временем, да, вы добьетесь этого. Причем это будет очень легко. И карты вам, видите, как в прямом эфире говорят о том, что если у тебя есть мечта, ты обязательно к ней придешь. И тебе не нужно фокусироваться, да, конкретно вот на деньгах, вот как, да, некоторые там приходите ко мне, я вам там расскажу, покажу миссии за миссией, там уровни под уровни. Девочки, нет никаких уровней, девочки, вы сами можете повышать свою планку в этом же перевоплощении, не деля никого, ни на группы, ни на подгруппы, ни на какие-то разделения и подотделения. Девчоночки, каждая из вас уникальна, и каждая из вас может и получит все, на самом деле, чего вы хотите. Просто главное правильно направлять это намерение, и Вселенная даст все. Для нее нет легких, сложных задач, простых, хороших, плохих. В любом случае, все, что вы отправляете во Вселенной, вам вернется. И ваша благодарность, да, мне лично, поддержку, это также вам вернется Вселенной в самых нужных аспектах вашей жизни, да, у кого-то в здоровье, у кого-то в любви, у кого-то в достатке, у кого-то в приобретении чего-то важного и нужного, девчоночки. Поэтому все невозможное возможно, все нереальное реально. Что ты еще хотел сказать, но передумал? Ну, девочки, вы солнце, вы свет, вы яркое, вы лучшее. Вы мужчине, знаете, просто зажигаете, ну да, помимо жезлов, конечно, сегодня он просто про эти жезлы никак не может успокоиться, но вы ему, знаете, как подсвечиваете путь. Рассказывать, возможно, либо же вашим поведением, да, он смотрит на то, чего вы добились, а тут здесь ясно видно, что пришла вот энергия пар, где женщина ведущая.
Но мужчина здесь, знаете, он готов, и он будет идти развиваться, будет идти и добиваться. Благодаря вам, благодаря вашему, знаете, энергетическому закалу. Но солнце, что может быть лучше солнца? Что может быть сильнее? Да ничего, благодаря солнцу здесь вообще все существует на этой планете. Если бы не оно, ну понятно, что не было бы ничего. А что вам сегодня нужно знать? Давайте посмотрим. Что сегодня нужно знать? Мужчина хочет встречи, мужчина хочет не просто встречи, а хочет, знаете, съехаться, вот жить с вами в одном здании. Для него это, вот знаете, заветная мечта, потому что он влюблен. Что вам еще нужно знать? Он мечтает об этом. Вот знаете, как самая большая мечта, вот сейчас он вам об этом не говорит, но непременно вы узнаете, потому как все мои слова это истина. Здесь мужчина предложит вам вместе съехаться, либо же встретиться, да, для начала. Сейчас пока не говорит, сейчас пока какие-то масочки носит, не озвучивает. А что еще вам сегодня нужно знать? Мужчина очень боится обмануться. Видит вас очень классный, очень боится определенного обмана. Обмана с чьей стороны? А, не, девочки, знаете, здесь был обман ранее в прошлом, и он боится, что, ну, чтобы не повторилось такое в ваших отношениях. А кто тебя обманул в прошлом? Давайте посмотрим. Женщина, с которой он много был в дороге, передвигался. Возможно, он переезжал, либо же женщина где-то сейчас живет, где, куда нужно ехать. Женский образ выходит, девчонки, но это с прошлого. Это было давно. То есть это не события, да, последних месяцев, нет. Это женщина с прошлого боится, чтобы не было обмана. Что еще вам сегодня нужно знать? Давайте еще посмотрим немножко. Трансформация идет в ваших отношениях. Будет она идти, да, через вас, да, через ваше вот духовное наполнение. И могу сказать, что процесс не быстрый. В определенные моменты даже как-то будете разочарованы. Почему будете разочарованы? Ну, потому что, знаете как, отношения будут развиваться медленно, да, но уверенно, тем не менее, да. Всегда, когда быстро отношения развиваются, начинаются, заканчиваются, вот что-то оно все никогда вот особо к ничему хорошему не приводит. Здесь же всегда ваши отношения будут, как будто бы, знаете, тайны наполнены. Всегда будет хотеться узнать еще больше. Здесь очень тактильность. Я просто чувствую, ощущаю вас, потому как работаю не только как таролог, но как и парапсихолог, космоэнергет, ясновидящее, яснослышащее. Здесь вы будете будто познавать свои тела, прикосновения. Здесь, кстати, что вы, что мужчина, очень любите тактильность. Для вас важны поцелуи, для вас важны объятия, для вас важна вот эта физическая, да, связь, чтобы держать, вот за ручку, чтобы рядышком, чтобы чувствовать тепло твоего тела. И это, знаете, как-то даже будет разогревать ваши отношения и вот определенная, да, тайна. Как будет так, а как будет так, что еще вам нужно знать? Знаете, что мужчина думает о вас сейчас? Ему сейчас плохо без вас, потому что он вас любит. Потому что здесь мужчина любит. Девчоночки, давайте посмотрим его внутреннее состояние сейчас, вот при мысли у вас, да, вот это очень шикарная колода, которая именно показывает состояние, да, души. Твое состояние, когда ты думаешь обо мне сейчас, давайте немножко еще посмотрим. Мужчина с вами соединяется, смотрите. У кого-то здесь переписка, у кого-то здесь звонки, у кого-то здесь на ментале. Вы сейчас просто экстра, экстра, экстра рядом, вместе. Вы думаете, ощущаете. А смотрите как. Возможно, есть определенная пауза. Ну, если вы не вместе, например, на расстоянии, да, понятно, что вы не можете быть рядом, и это есть какая-то пауза, когда вы не можете видеть друг друга. У кого-то действительно сейчас пауза в отношениях, но вы думаете друг о друге. Причем здесь почему-то так интересно, карты говорят именно о вас двоих. А мужчина, вот как он себя сейчас чувствует? Ой, знаете, ну как-то он очень хорошо настроен, что все будет хорошо. То есть он смотрит в будущее, да, в развитие отношений с вами.
Да, он уверен в этом. Он будет, если нужно, будет бороться, если нужно, будет добиваться, понимаете? Однозначно. А потому что душа находит покой только с вами, девчоночки, у него. Вот только с вами спокойно. Только с вами, будто бы, знаете, весь шторм заканчивается. Да. Вот вы его как-то успокаиваете. С вами ему легко, свободно, спокойно. Хотя жизнь у него очень бурная, могу сказать. Трансформация идет шикарно, и идет все к рассвету, к солнцу, к наполнению, знаете как? Вот вы только входите вот в эту, можно сказать, такую глубину нежности, ощущения друг друга, познания друг друга в ваших отношениях. Ну что же, девчоночки, вот такое вот очень глубинное, шикарное освещение, которое раскрыло так много информации. Очень интересно было, да? Напишите мне свои впечатления, напишите, что вам отозвалось. Мне будет очень интересно прочесть. Также счастлива буду с вами встретиться на личных освещениях. Кому интересно, кому важно, нужно знать уже более подробную информацию конкретно о вашей паре. Обращайтесь мне в личку, в Инстаграме, в Фейсбук пишите. Остерегайтесь мошенников в Телеграм, потому как там создаются фейковые аккаунты, добавляют будто бы мое фото, да, и предлагают делать личное освещение. Я сама никому никогда не пишу, люди ко мне сами обращаются. Поэтому остерегайтесь мошенников, оплаты в рублях нет и не будет у меня. Желаю вам шикарного времени суток и буду с вами счастлива встретиться на моих остальных освещениях. Обнимаю вас душой.